Where are you going? Huh? Where are you going? To the mountains, man. Yes, it's logically. We have no choice. There are only mountains here. Ты куда собралась? Понятия не имею. Я здесь случайно. Меня заставили. Собираемся сделать то, что никто еще не делал. Меньше чем за сутки Баку, вершину Жагдага и Баку. Посмотрим, получится у нас или нет. Михо, куда собрался? Вон туда. Вон туда мы все идем, на Жагдаг. Что ты сейчас хотел сделать, Миха? Вот. Что бы ты сейчас поел, Михо? Я? Помидоры с яичками. Помидоры с яичками и 2 стакана чая. Все. Сладкого с лимоном. Анджель Мирабаси. Продолжаем восхождение на Жагдаг. Все еще надеемся, что мы успеем за сутки туда подняться. Но мы, скорее всего, поднимемся. Но, наверное, к сожалению, не вся группа успеет. Есть сильно отстающие. Да? Вот эти ребята, которых вы там видите вдалеке, они, наверное, будут последние, кто поднимется. Ну, посмотрим, не будем загадывать. Нам еще идти, идти. Вот. По руслу этой речки мы идем. Вот она замерзшая. Вот вдоль нее сейчас. Где-то там на солнце Руфат должен был сделать привал. 907 метров мы набрали, судя по GPS-датчику. Высота Жагдага 4243 метра. Судя по погоде и по времени, мы успеем сделать рекорд. Там дальше будет зависеть от машин. Вот у нас кто-то подходит. Кто это у нас? Кто бы это мог быть? Давай 5 минут привал здесь. И пойдем их догонять. Хорошо? Догонять. Перегонять. Это после того, как догоним. Хорошо? Договорились. У нас, короче, сейчас 3907. Судя по датчику. 4243 Жагда. Ну, короче, нам там 243 и плюс 93, да? 300. Математика в горах работает? Должна. И сколько будет, если приплюсовать? 300. В смысле, 330. Ну, в общем, нам еще 330 метров набирать. Таким темпом, наверное, я думаю, 1,5 часа. Можно попробовать уже дальше идти без привалов. Ну, посмотрим по времени. Надо будет сделать. Леся? Да. Это все идет на видео. Надеюсь, видео дальше твоего компании уйдет.
ты надейся, а я его запущу в лес. Вечно ты грозишься и не делаешь. Ты уже, наверное, доехали, дошли, да? Вполне возможно, да. Вы от них отстали немножко? Так, да. Ты как, идешь нормально? Нормально, да. Ну что, молодцы, ребята. Вы попадете на YouTube. Уже накрывает, да? Маяк где-то в 15 минутах. Они еще 15-20 минут. Как думаешь, подождать их? Поздно будет. Сейчас мы. Вот так, ребята. В час ночи выехали с Баку. Сейчас 3 часа 10 минут. 15-10. Вершина Шагдара. 4243 метра. Вот я на вершине. Сейчас Руфат оценит обстановку. Если Леся и новичок мой Мехти смогут дойти, успевать, они быстро придут сюда. Отсюда потом будем драпать вниз. Вот так. Давай, 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 давай. Чуть-чуть осталось. Бросай куртку к вершине. Давай, давай, бросай, иди к вершине. Мехо, давай к вершине. Наконец-то. Я до последнего верил, что вы подниметесь. Вот они. Мехо, ты же лезгин, да? Одинной, местный. Знаешь, что там? Там дом мой. Там Дагестан. Все, ребят, фоткаемся. Селфи, мелфи, валим нахрен отсюда. Руфа. Аида, там, постойте, мы сейчас подойдем, вместе поищем. У меня есть тебе слово, Руфи. Ты псих. Зачем ты все это устроил? Люди устали. Эксперимент. Да. В общем, эксперимент удался. Оказывается, можно за один день сбегать на 4000 и вернуться обратно на минус 28. Подождите нас там же, мы сейчас подойдем. Вот это базар Дзюзю, базар Юрт. Руфи, это какая вершина? После Не, вот это базар Юрт, а это? Это Кюрве. Кюрве. Дальше у нас видно отсюда Чингис. И это Туфан вдалеке? Вдалеке, да. Где у нас люди? Все возвращаются, ребята. Да, да. Просто там сильно отстающие есть.